Ну что, поговорим? Пап, прости. Прости, пожалуйста, я не хотел. Игорь, не хотел — это когда ты тарелку нечаянно выронил из рук и разбил. Или в автобусе кому-то на ногу наступил. Это не хотел. Извини, но когда ты выжал мою бутылку коньяка, а потом пошел разбил витрину кирпичом, это как